Здравствуйте, друзья! Добрый вечер! За неделю мы уже успели соскучиться по накалу спортивных страстей и непредсказуемости наших соревнований. И вам, конечно, не терпится узнать, как будут развиваться события сегодняшнего вечера. Отложите все дела на потом. Забудьте про домашние хлопоты и заботы. Усаживайтесь поудобнее. В эфире самое яркое, непредсказуемое и обсуждаемое шоу «Ледниковый период». И с вами его ведущие Ирина Слуцкая и Алексей Ягудин. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Этот этап шоу «Ледниковый период» буду вместе с вами смотреть и я, комментатор Первого канала Владимир Гомельский. А на наших с вами экранах итоговая таблица после первого этапа. Заслуженно лидируют Ирина Медведева и Повелос Ванагас. И единственное, о чем хочу напомнить, о строгости жюри, которая недооценила последние три пары. Сегодня наши пары будут танцевать под хиты, проверенные временем. Это отечественная и зарубежная музыка, которая выпускалась в Советском Союзе на виниловых пластинках и звучала в телепередаче «Крутятся диски». Под эту музыку наши родители знакомились, влюблялись, женились, отмечали праздники и грустили в часы разлуки. Именно такую музыку мы называем старым добрым ретро. Приготовьтесь к путешествию в прошлое. В эфире снова «Крутятся диски». Наши арбитры строги, но справедливы. И это придает борьбе особенный накал. Встречайте, народная артистка России, лауреат государственной премии, актриса театра «Современник» Чулпан Хаматова. Выдающийся российский фигурист, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Игорь Анатольевич Бобрин. Легендарный музыкант, композитор, режиссер-постановщик, продюсер, создатель и лидер группы «Цветы» Стас Намин. Певец, актер театра Сергей Лазарев. Заслуженный тренер СССР, мастер спорта международного класса. Заслуженный тренер России, заслуженный деятель искусств России Татьяна Анатольевна Тарасова. Друзья, не забывайте, что мнение жюри не является в нашем проекте единственным. Ваше мнение тоже учитывается, и вы можете назвать своих победителей. Ваши голоса будут суммироваться и сыграют решающую роль, когда во время пятой программы одной из пар нужно будет покинуть проект. Голосуйте за ту пару, которая вам понравилась, и, может быть, именно ваш голос поможет ей дойти до конца. Жители России и СНГ, чтобы отдать свой голос, присылайте СМС с номером полюбившейся пары на короткий номер 9009. Жители России, вы также можете звонить со своих домашних телефонов по номеру 8-803-333-58. И последние две цифры соответствуют номеру понравившейся вам пары. Выбор лучших в ваших руках.